Итак, вечное сияние чистого айдола. Не бойся, когда ты один, бойся, когда ты два. Тебя это устраивает? Сидеть и смотреть старые кассеты? Ну, конечно, там же твой любимый айдол. А ведь она могла быть жива или хотя бы отомщена. Но ты не делаешь ничего. Заткнись, все не так. Да-да, давай, убеждай себя. Аква, ты тут? О, пересматриваешь выступление мамы? Она просто невероятна! Это ее лучший концерт! Ах, вот бы нам когда-нибудь выступить так же! Аква, ты же не забыл про концерт? Если пропустишь, будешь худшим в мире братом. А теперь я побежала. Нам еще нужно успеть ТикТок записать. Пока! Пока, Руби. Что, одного убитого на твоих глазах айдола было мало? Позволишь, чтобы то же самое случилось и с сестрой? Это не повторится. У меня все под контролем. Прочь из моей головы. Надо увидеться с Каной и Аканой до концерта. Запишем. Встаньте вот сюда. Все, снимаю. Танцем. Кумбинкам. Их вених. Отлично. Я побежала монтировать. Увидимся на концерте. Я тоже пойду. Договорились встретиться с Аквой. Окей, до вечера. Аква позвал меня встретиться с ним один на один. Может быть, это... Аква, зачем ты меня позвал? Кана, ты так хорошо пахнешь. О, спасибо. Каким шампунем ты пользуешься? Может, купить такой Руби? Аква, ты дурак! О, Аква, ты уже здесь? Я хочу тебе кое-что сказать. Давай ты. Насчет твоего отца. Это уже не важно. Почему это? А мне вот интересно послушать про отца. Заткнись. Аква, все в порядке? Да, да. Акана, я так благодарен тебе за все. За поиски, за поддержку. Может... Нам стоит проводить больше времени вместе. И я подумал, может, нам стоит проводить больше времени вместе. Может, ты и дальше будешь мне помогать за то, что я до тебя снизошел. А я буду тебя слушать, только когда это удобно мне. Отвяжись. Да, Аква, я тоже хочу видеться с тобой чаще. Тогда у меня тут есть 2 билета на концерт Бика Мачо. Сходим вместе? Конечно. Встретимся в 7? Да, до вечера. Так и будешь морочить головы девчонкам? Конечно, будешь. Ведь влюбленная милашка и благодарная умница готова на все ради твоего одобрения. Это не твое дело. А может, стоило послушать Акану?
Ты уверен, что нашел убийцу? И что он мертв? Что Руби ничего не угрожает? Хватит. Я иду на концерт. Сам увидишь. Все будет хорошо. Все же, что Акана хотела сказать об отце? Ладно, спрошу после концерта. Смотри, мама, мой первый большой концерт. Руби, ты такая красивая. Настоящий айдол. Такие изящные, такие хрупкие. Что будет, когда Руби повторит судьбу Аи? Тоже сделаешь вид, будто пытался что-то исправить. Да отстань ты уже от меня. Видеть тебя больше не хочу. Аква. Говорил, что все под контролем, но ты не контролируешь даже себя. Ты мог бы стать великим актером, но тратишь свой талант на манипуляции чужими чувствами. Твое мнение никому не интересно. Тебе приходится прикидываться мной, чтобы к тебе прислушались. Нашел няньку для сестры, которая будет вкладываться в группу изо всех сил, да еще и обеспечит раскрутку и связи. Ты видишь во мне сияние Ай или беззащитную маленькую девочку? Ты не смог защитить меня, Аква, любимого айдола, любимую маму. Хотел это слышать, но придется признать. Тот, кого ты считал своим отцом, умер до твоего зачатия. Это значит, что убийца Аи на свободе. Ты слабый, бесхребетный, ничтожный. Ты не справишься. Тебя поглотят страдания. А из этих страданий восстану я. Я смогу защитить Руби и отомстить за Аи. Лучше, чем когда-либо. Теперь все будет хорошо. Смотрите, в интернете уже выложили видео с концерта. Меня слышно? Нет.
рождения. Марина!